Всем привет! С вами я, Макс. NeoNode AirBar превратит обычный экран ноутбука в сенсорный. Так как сейчас все новые экраны оснащают сенсором, компания решила помочь тем, у кого ноутбук простой. Этот гаджет крепится на нижнюю часть экрана и подключается через USB. Дополнительных драйверов устанавливать не потребуется. Гаджет определяет жесты и координаты на экране не только от рук, но и от любого предмета, так как считывает эту информацию с помощью невидимых лучей света. Стоит такое изобретение будет $50. Пока что только для дисплеев 15 дюймов, но если это изобретение будет набирать популярность, думаю, появятся и другие размеры. В новом году, в конце января, выйдет Samsung Galaxy S7. Еще, конечно, не было анонса, но слухов уже полно. Процессор будет установлен Exynos 8890. Как говорят, будет оснащен тепловыми трубками для эффективного охлаждения. Такое охлаждение уже применено в других гаджетах, поэтому и здесь, скорее всего, будет так. Внешне это никак не будет заметно. Внешнего устройства не будет внесено существенных изменений по сравнению с нынешней версией. И уже попадают в сеть тесты. В Geekbench 3 он поразил всех, набрав аж 9269. Это почти в два раза больше, чем набирают текущие флагманы 2015 года. А OneTwo набрал 103962 балла. До этого лидеры набирали 80 тысяч баллов. Ожидается, что смартфон будет дешевле на 10%, чем флагман прошлого года. Если вдруг вам понадобится отель в Амстердаме, появился нынче стартап — высокотехнологичный капсульный отель City Hub. Они предлагают компактные комнаты для туристов, ну или просто любопытных людей. По такому же принципу есть отели и в Японии. Чтобы туда попасть, нужно купить браслет, который будет вашим пропуском. При входе будет считывать информацию с браслета с помощью радиочастот и откроет вам дверь. Отель работает круглосуточно. Также жильцам этого отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi и специальное приложение с картой и советами. Также через приложение можно связываться с обитателями этого отеля и, допустим, пригласить вместе пообедать. Также в вашем номере можно настроить оповещение о температуре, включать музыку и многое другое. Стоимость номера от 40 до 120 евро. Стоимость не так уж и велика. А датчане придумали устройство Helion. Это и солнечная панель, и аккумулятор. Таких много выпускают в Китае, но вот заряжают телефон они очень долго. А вот новинка сейчас только собирает деньги на кикстартере, и уже удалось собрать в два раза больше необходимой суммы. По словам автора, ваш смартфон или любой другой гаджет можно зарядить на открытом воздухе или в любую другую погоду всего за 2-3 часа. И это довольно быстро. Суть в том, что если на улице солнце, вы можете выйти на специальную солнечную панель и заряжать ваш гаджет от нее. А если пасмурно, то вам поможет зарядить встроенный пауэрбанк на 2700 мАч. Стоит такой необычный пауэрбанк будет около $100. 17-летний боливийский школьник Эстебан собрал Валли. Но он не просто его собрал, а из мусора, который находился на свалке за городом. Робот выглядит так же, как и в мультике. И может ездить и крутить головой. Также он создал приложение, чтобы управлять им. Купить его творение, конечно, нельзя, но думаю, этот человек еще что-то создаст в будущем, что мы с вами сможем купить. Прототип Terrafugia TFX получил разрешение на полеты в США. Это летающий четырехместный автомобиль. А разрешение получил в США на небольшую копию такого автомобиля, которая в 10 раз меньше. По словам разработчиков, на создание полноразмерного автомобиля потребуется 10 лет. Он будет обладать вертикальным взлетом и посадкой, и полуавтоматическим управлением. Будущее все ближе, и всего 20 лет, и уже летающие автомобили будут постепенно появляться в мире. А на сегодня все. Понравилось видео? Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь. Всем пока и удачи!